Добрый день, уважаемые гости, зрители канала «Наша жизнь». Мы с вами сажали отдельно клубни крупные гладиолусов и мелкие клубни гладиолусов, которые мы отправляли на доращивание. Итак, вот посмотрите, что они из себя представляют. Сейчас у нас уже вторая половина сентября, они у нас выросли. И более того, что удивительно, хочу вам показать, что некоторые из них даже цвели. Вот здесь вы видите, один у нас цветок отцвел, вот он, второй степень отцвел. Вот здесь вот вы можете посмотреть, уже запоздало, но тем не менее формирование бутонизации и предстоящее цветение. Пока его мы выкапывать не будем, а вот оставшиеся, давайте посмотрим, насколько они у нас выросли и вообще выросли ли. Так, я напоминаю, что это были очень мелкие луковицы. Сейчас давайте посмотрим, луковичка у нас подросла, одна, вторая. И более того, посмотрите, они еще и детки у нас пустили. Но это как раз признак того, что они у нас не очень глубоко были посажены. Итак, посмотрите, достаточно хорошие клубеньки. Конечно, они гораздо больше тех, которые мы сажали. Мы, наверное, сажали с вами приблизительно вот такие. Ну и смотрите, что с ним произошло. В целом, вот эти, конечно, клубни на следующий год, если они у вас хорошо перезимуют, если вы их хорошо сохраните, они у вас однозначно будут цвести. Таким образом, не торопитесь выбрасывать вот такие небольшие луковички гладиолусов. Если для вас важно их количество, их цветение, то они у вас тоже могут цвести уже даже на первый год своего существования. Весной мы с вами проводили эксперименты по посадке маленьких клубней гладиолусов в специальные пластиковые контейнеры. Вот сейчас у нас уже середина, вторая, уже даже половина сентября. Вы видите, в контейнерах они сидят достаточно густо. Ну, настало время эти контейнеры выкапывать и посмотреть, чем же завершился наш с вами эксперимент. Ну, земля у нас сейчас достаточно рыхлая. Контейнер поднимается достаточно легко и хорошо. Итак, посмотрите, корневая система не такая мощная. То есть, конечно же, корни проросли через вот эти отверстия, которые у нас здесь были. Но это особенно не повреждает. И аккуратненько, плавными движениями мы извлекаем из нашего контейнера вот эти самые маленькие семена. И давайте посмотрим, как же они у нас выросли. Посмотрите, какие луковички у нас выросли. Достаточно хорошие, достаточно крупные. Земля у нас здесь была плодородная, рыхлая. Смотрите, тоже достаточно хорошо все у нас проросло. Ну, единственное, в чем могла быть загвоздка, если вот эти клубни оказались за пределами нашего контейнера и проросли сюда, тогда бы нам пришлось их обрезать с корневищами. Ну, а так как у нас все они сидели аккуратно, никуда они не выпали вниз, собственно говоря, мы их спокойно достаточно извлекаем, землю по возможности отряхиваем и дальше приносим домой и обрабатываем их. Ну, а как за ними ухаживать в дальнейшем, я вам покажу. На этом пока все. С вами была Юлия. До новых встреч!